Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем на случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько же надо было награбить, чтобы угодить сюда? Ола, леди! Вы близко знаете Титан? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы, право. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продают. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и он сгодится. А мы возьмем еще. О, черт возьми! Уэлси. Похоже, мы заблудили. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Боже мой, какой вы ловкий! Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Да, неплохо. Кажется, приметил. Эй! Мы близко. Стой! А, ну, террористов, гордый флор! Пара! Пара! Держитесь! Отчисти меня! Боже, что теперь будет? Не могу дышать! Сердце не бьется! Стой! Или я тебе колени переломаю! Я рядом, гаденыш! Не в тот
карман ты полез. Расхлебывай последствия. También me ofrezco para fiestas a bordo y como compañía en caravana. Дункан, слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Хотите драки? Будет вам драка. Ну же, сюда. Сейчас проверим вашу силу. Tenga piedad.
Лишь бы не путались под ногами. Боннет! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Thank you.
казни. И я. Как колокол позвонят, пора. Пойдете в них? Se veía claramente que ya no se podía limpiar la herida. Tendría que habérselo dado a beber y cortar. Están jugando. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Да, сэр. Капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Сеньор, скоро начнется казнь. Главное не место. Да, вперед. Уже почти. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си-си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Por el delito de motín contra tu capitán, el tribunal te sentencia a morir en la horca. Да, но сахар с Барбадоса. Высший сорт. Мы доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера. Сам сбежал, а сахар бросил. Мне
Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой, вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор, это Эль Тибурон, он человек губернатора. ¿Rápida de llegar al cielo? ¿Sabes cuándo llegará nuestra paga? No trabajan solos. Imposible. Para empezar, ninguno de esos bastuerzos posee la capacidad mental necesaria para organizarse siquiera. Quizá tengamos que asentarnos más allá de la costa. ¿Me imaginas cuidando de una granja? Yo soy de ciudad, pero no podemos quedarnos en este nido de víboras. Como rechazamos sus inconsistentes avances, recurrieron a infamias aún peores. Esos matones no hacen más que perjudicar nuestro negocio. Nos amenazan con palizas, incendios provocados y demás infamias. Pero el precio que piden supera con mucho nuestras exiguas ganancias.
заходим. Чуть было не расшиблись. Могли бы оканчивать здесь. Какой ужас. Ser un artilugio francés. Están muy prestables antes sin comprobar. Hace buen día, ¿eh? ¡Vaya, por Dios! ¡Hijos de puta! ¿Ese es el hombre? ¿El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole.
Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame ese en alta mar. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. Бою неплохо, но лучше плавать с ними он. Увы. Хорошо. Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас Марокко. Сколько можно стрелять? Здесь еще можно стрелять. Я помню бы вас с моим другом в Англии. Джеймс Пак. Он изобретает необычайные вещи. Манифик. Два клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу, в ожидании вашего приятеля мы подготовили пару испытаний. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите, приготовлено специально для вас. Прошу, клинок в толпе, самое простое. Без ума. Быстро и четко. Покажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Вот это да! Скрыть! Ну, хватит развлекаться. Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно, если бить из-за угла. Сколько можно? Сара. Что-то раньше удавалось. После стока сена. Продолжай, вот я бы сам не любил. Разрази меня гром. Очень умно. Ну, хватит уже. Пошли дальше. Убийства в воздухе по-своему прекрасны. Хоть и привлекают внимание. Пошли дальше. Покажите. Ведите его в шоу. Пошли. А возможно ли нанести роковой удар на бег? Пошли уже на бегу. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр?
помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. Нужно достойно себя держать. Видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан. Именно. Удачи вам. Está haciendo, señor. Чего? Сам дурак. Вот эти латы. Украдены в Скайриме. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите. Взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Хорошо. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Давай тут уже все ограбили, хватит уже. Вот зачем нам обсерватория. И то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Потанцуем. Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ. Некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Затем арестуют. Жду с нетерпением. Экселленте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Теперь у нас провал в памяти.
мужике и мужчину. Hola, entre. Hasta otra vez. Только шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, син туда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. Растворился в воздухе. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Они могут быть везде.
Защищать мудреца! А тебе ловкости не занимать. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ноги прострелю! Scritte solo tambulare in me. Siete per tifine un cadi. Ciao, tol saliva. No. Guardate.
¡Quieto ahí! ¡Tu vida ha terminado! ¡Listo para disparar! ¡Está a tiro! ¡Más rápido! ¡No debemos perderlo!
Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No... Море сегодня неспокойное. Будет ураган. Ураган? Вот черт. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Так каков план? Освободить людей, потом найти быстрый корабль.
pruebas. Вперед, парни! Если суждено утонуть, то не здесь. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался.
una locura. Cálmate, no pasará nada. ¡Alto! ¡Quiero hablarte! ¡Ve! Идем на палубу. Готовься. Подойти к борту! Дэвид Джонсон, станете петь, недоумки! Сейчас будет буря! Он дело говорит! Вы поднимайте якорь! Вы к фок-мачте! Вы к грот-мачте! Обгоним этот ураган! Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов! Вряд ли, слишком медлительны! Нам нанесли удар! Они стреляют залпами! Отдавай любые приказы, друг! Будет нелегко! Парни знают свою. Готов к бою, сэр! Они стреляют! Держите штурвал, сэр! Право заливает!
удачи. Боже мой! Видит Бог, едва вырвались из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. Адевали. Но это уже в третьей серии.